Давай, пусть он хапалом заходит, активший пэт. Ждем, пока он там зайдет. Ну там его мату можно в этого, в Лену спеку. Я бы похилил, но то редко хилил. 25 гер я как-то не это. Не хочу хилить особо. Ну, здесь... Я у мата сколько себе валим? А чё? Ну, хорошо. Чек на пул. Дайте ему... Короче, смотри. М7 кулаки, титан, каски, ты кресты раздаешь, я знаю. Иди лезть в этот, чушку протопал, докапливай. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Бафа, кстати, в одного лица не Шмели. Сразу под зеленого-то. Убейте зеленого. Плюнь на него, у тебя есть рога? Все два, да, есть. Блин. Добивайте. Пельмени, смотрите, РД Данилы. Половили. То есть Элем вот этот это пуг, да? Нет, все гильдейские там. Только ханта, по-моему, набрали пуги и все. А вот Тика девочка, это кто? Это с гильдии, по-моему, Танчестер, если не ошибаюсь. Нет, Танчестер это Хантер, это Чино Дона. Я уже почекался. Бейте, а красный. Новенький, короче. Милики в красном. С гильдии. Он варом был. Я не запомнил его. Бейте зеленого. Красный вылезет и переводит. Милики, смотрите, колбы. Сейчас красный выйдет. Попробую у него плюнуть, успеть. Хотя дебаф пройдет, скорее всего, за перехватку. Не, два раза плюнул. Ну, висит, не, висит, будет висеть баф 15 секунд. Готовьте боб сразу. Кого там возьмет? Вот, видишь, я же говорю, спадет. Сейчас боб по цели красного Геру, давайте. Боб. Стой на месте. Все, бейте профа. Блин, колбу словил. Там по 3 стака, да? Да. Ну, в обычке можно и 4. Сейчас подрожу. Перейдите, милики, там колба будет. Кот не перешел. Не слушай.
Завоеватель. Ролите кому надо. Покоритель. Это на завоевателя. Кстати говоря, если ретриками надо, можешь колбу паролить, да? Ну да. Да? На кого колбу? Ну, чтобы она не падала с суббоксом больше, какая-то в плане. Она вроде к разряду уникальных относится. Да, уникально. Так она кроме ретрика никому не нужна. Ну, я и говорю, вот если ретриками надо, я паролю на ловко. А доспех какой, раскаленный фаермаг? Да, раскаленный. Да, я без доспеха. Имел еще на него ставит. 10% наверное, или сколько? И че, символ на него должен стоять? Видно, готовый мазок. Связай бружей, ДК. Я пошел. Приведу. Приморозки отдавайте. Резать павших. Я порешу, идите дальше там бить. Резидентиум есть бомжи у тебя? Тогда диокор давай. Оба дали. У меня нету этого аддона. Надо поставить. Да дамажно все. Просто она фигня на адыка. Рип-чек на баф. Рибафните Гессера. Кто еще падал? Мисси Миба рибафните. Что не хватает, пишите там. Каска, я думаю. Все хватает тебе. Лока нет, миссилей тут. Все, на пул отдавайте на Талдораму и Волнару на тут. Пава, иди. Врывайся. Сейчас будет вихрь, мельники в зеркало. Чаша полна и прольется
Беги, Дуду. Сейчас смена цели, Келя, идем. Идите, я по рулю. Рольте на танк, плащ. Кому надо. Рольте на офф. Перчатки надо кому? Приморозку давайте. Гнев небес. Бомжей. Бомжей что не дают? КД. До сих пор? КД. Ну там же анхолика нет вроде. Есть БДК, ДД. И там. А что он БДК, ДД? Да, это она резидент, он точно БДК, ДД. Нет, она ДК. Анхолик он? Кто-то не знаю. Там вроде 7 минут когда бы уже. 6 минут анхолика и 6 и всех остальных. Вроде должно было откатиться уже. А у тебя там меткости немноговато, Резиденти. Это заклинание еще не готово. Я не готова прочитать это заклинание. На АФК чек. Подходите, мисс Лайм, резиденте. Че, подожди, перебафы всех. Давай, давай. Это сейчас укус. Сейчас укус не споймают из-за того, что каски нет на них. Братик тоже выходи с АФК. Ой, блин, резидентиум, давай. Артемчик, выходи, Савка. Ешьте рыбу пока. Что, он не писал ничего? Так. Не, ничего. А, бежит. Идет. Говорю, у тебя много меткости на АДК, мне кажется. И плащ, и зап, и кисти. Много меткости. Перекап. Чек еще раз. Дэйв, чего не хватает? Все, на пул на БДК и давай, Дюко. Гуляй. Так, самое главное включить мозг немножко, набрать ренджу.
бегите с пактом быстрее. Смотрите, тени сейчас 6 секунд. Сбегайте, сбегайтесь. Это заклинание еще не готово. Слишком далеко. Смотрим тени. На мне. Я не готова почитать это заклинание. Смотрим пакт скоро. 5 секунд. Давайте. Постоянно не везет нам далеко что-то. Это заклинание. Я не готова почитать это заклинание. Летний верхолик. Смотрите, тени. Надеюсь, это будет человек. Отлично, нажмешь треньку. Престимус диспел в центре. Все, набираем раньше. Те, кто хитрит. Зря. Надо было на факте нажимать. Че там вышел все? Сейчас посмотрим. Вот. Отлично, один минус. Сейчас мастер аур на тьму. Быстрее. Геру, давайте, добиваем. Массакр риск ренджам не сильно большая просто. Ее надо, когда все близко юзать. Поэтому профитней на первом пакте просто везет. Больно бьет. Кусайте, кусайте. Я вот фуриком не укушу. Мелисон. Я не готова почитать это заклинание. Как вам такое? Так, быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей. Все, набили, молодцы. Рольте говно посох этот. Кому нужен. На Ардру можно, нам не знаю на кого. Тебе надо? А, не Сикен, тебе нужно или у него прилив? Ладно, ничего не говорит. Бери так. Нужно. Завоеватель. Лучше умереть сейчас. Чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Завоеватель кому-то. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Защитник. Все. Идем бить трэш. Кстати, я сейчас сдохну. Никто не похилил меня. Блин, что делать? Что ты в луже-то стоял? А я не заметил, что она вообще. Я тебя закилил на фул. Не знаю, хапку прожми. Поставьте шкаф. Пожалуйста, шкаф и засуньте меня. Или я сейчас пожру, не знаю. Пожри, возьми. Нет.
тут пока начали чистить. Уже перед синдромом ставим. Ты обиделся, что я тебе волю забрал, или что? Так ты же волю не забрал, а забрал другой. А я ему сказал, что передал. Теперь обиделся на меня, пишет, что я лох. Да. Ну, кстати, всем так отвечает. Пока собирали рейд, он там такого Маратика засрал. Или не Марата. Вы видели, какой некрасивый у Марата перс? Лысый какой-то. Из Бразерс. Бразерс слишком красивый. Чё этот моб ебал? Это как вообще понять? Что случилось? Ну да, Валька, это, которая стоит, жена. Это давно. Типа не надо ждать, пока она там это на живот. Ну да, это чтобы быстрее проносить. Главное, чтобы не багалось, как раньше. Скажите, приоритет живой. В плане какой приоритет? Ну вот, например, прокнул путь. Но. И бомб. Если тебе прокнул путь, путь огня, ты делаешь еще один каст. Два каста делаешь глыбы, ну, шары, я понимаю. И на второй каст сразу кидаешь еще раз. Ну. Ой, блядь, повылетало название скинов. Пиробласт? Да, пиробласт. Но у меня получалось, вот он прокнул, и я кастую в это время. Я после того, как докастовал, сразу нажимаю эту глыбу. Ты избиваешь, тебе твоя задача постоянно поддерживать воспламенение, то есть постоянно критовать надо. Два шара кидаешь, потом пиробласт. И так вот постоянно, два шара, пиробласт. Шкаф, поставьте шкаф. Крит не прошел после того, как ты пиробласт кинул? Или все здесь? Самбер, ты тут? Ну, молчит он, наверное, нет. Тебе, получается, постоянно надо поддерживать баф от Т10. Если ты будешь тратить ХКД на бомбу, ты можешь потерять ДПС. У кого что... есть еще хил-аспект, поставьте плюс. Может, у друидов у кого-то, либо шаманы. А как в Талмивене... Баф от Т10. Ну смотри, побей манекен, посмотри, как он называется, а потом вот его название. Ну, лут висит на Сандре, давайте, короче, начинаем тогда. Я на рейде типа посижу, а Эрдру, Коли, Пал и Эршам на Вальке. Я думал, может, он... Нет, это надо на манекене.
Так это самое, у тебя же написано название от 4 до 10, что они, когда, ну, нажимаешь, что они дают. Допустим, иллюзии там дают плюс 30% к этому. Не, ну понятно, название я знаю. Там же название самого бафа не указано, нифига, там просто указано, что оно делает. А чтобы там ИБВ не прописать, нужно знать название точно. У нас хэпал умеет хилить через окна? Да не, пусть так хилит еще подольше. Так, меня не подождали, ну ладно. Мы тебя звали, Сандр. Отвлекли меня. Подавление убейте первым. Я не смогу золото отдать, теперь шмот. Почему сможешь? Ты что, знаешь, я сколько тогда лута с 25 гер пропустил? Ну да. Так, а ты, Сандр, за воротами получается или нет? Да, да.